отдельный раздел Торы, называется «Матот Масай», и говорил Моше главам колен Израилевых, так оно переводится. Это книга Бемидбар, то есть книга чисел, да, или Бемидбар переводится как «в пустыне». О чем эта глава повествует? Эта глава говорит, в начале главы «Матот» Моше объясняет законы обетов и клятв, но это больше как бы касается женщин. Ну, больше применимо как бы к женщинам, да. Потом война против мадианитян, определение границ земли обетованной и назначение городов-убежищ. Вот. Ну, я бы хотел бы именно в самом как бы начале порассуждать именно о обетах, да. Итак, книга Бемидбар, числа, 30 глава, 4 стиха. «Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее». Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово ее, уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышав, промолчит, то обеты не состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей». Итак, вот такое интересное Богом как бы постановление закона, да. Ну, в принципе, да, что такое обет, да? Ну, обет – это обещание, сопровождающее обязательство. Ну, где-то, знаете, синоним, да, клятвы. Но хотя клятва немножко как бы другое. То есть обет – это формулировка клятвы, и направление, оно как бы вертикальное, больше к Богу, то есть от человека к Богу. А клятва, она происходит, ну, как бы, в основном между людьми. Вот. Итак, давайте посмотрим, в каких случаях разрешался обет и в каких случаях нет. И второе, кто имел право перед Богом аннулировать или, наоборот, разрешать. Ну, то, что мы прочитали, да, если девушка, она не замужем, да, и она жила в доме отца своего, то имел право вмешиваться в ее личное пространство, да, ее отец. Вот, разрешать или запрещать. Если девушка замужем, то это мог сделать, ну, соответственно, да, ее муж. О чем это как бы, ну, о чем это говорит? Я думаю, что это говорит о, ну, поставленной, ну, как бы Богом, как бы все-таки власти, да. То есть каждый человек, он ходит, ну, под той властью, которую Бог поставил. И я имею в виду власть, это не как узурпаторство, да, там, или там, не знаю, там, домогательство, там, насилие. То есть это защита и покровительство. Потому что как бы начальная как бы власть, она создана Богом, как действительно, как покров, как защита. Как бы это имеет больше как бы в этом смысл. Итак, в каких случаях она была свободна от запретов и есть случаи, когда она была свободна, как бы, да, то есть эта книга чисел, немножко продолжая, 30 глава, 10 стих, да, это именно или вдова, или разведенная, да, то есть, ну, там написано, что бы она ни дала, он состоится, потому что, ну, как бы вот уже не имеет власть ни муж, и как бы от отца как бы она уже тоже как бы вышла, да, то есть, ну, поэтому вот, как бы вот такие моменты. Разве что мог Господь запретить, вот, или может быть, ну, это опять же как бы моя такая как бы формулировка, да, или может быть священник. Вот. В каких случаях разрешался обет и в каких случаях нет? Если мы читаем, то Писание, оно как бы, ну, не говорит об этом. Но можно предположить, как бы, да, то есть, ну, потому что, ну, почему, как бы, там, да, отец, он, как бы, запретил или, наоборот, промолчал, а молчание – знак согласия, да, или, как бы, сказал нет, или муж, вот. И можно предположить, что если обет мог нанести ущерб или благополучие семьи,
Или он невозможен в исполнении. Но бывает, что, знаете, да, мы в порыве такого вдохновения можно наобещать очень много. Как бы, да, ну, и, может быть, в вашем случае такое было, и там, может быть, не знаю, в моем как бы случае, может быть, что-то и было, я не помню, но да, то есть есть вещи, которые они, ну, как бы, мы можем наобещать, но физически, да, или там мы не можем как бы этого исполнить. Вот. И если как бы посмотреть как бы на современный лад, ну, к примеру, да, там, не знаю, пожертвовать огромную сумму денег или все отдать, как бы просто вот, да, я там, Господь, если ты сделаешь это, я просто все возьму и отдам тебе. В этом нет ничего как бы плохого, мы дальше поговорим, но это не совсем как бы разумно или правильно, да, или, не знаю, там, связан с угрозой жизни, как бы, да, то есть, но там, не знаю, я вот возьму, никогда человек не брал пост, и это я беру пост на 40 дней, не буду ни пить, ни кушать, и на 15-й день там человек просто с ног его, и это может быть угроза жизни, или, я не знаю, поехать там еще куда-то в какую-то опасную страну, там проповедовать, ну, то есть вот много моментов есть, где-то, знаешь, которые угрозы для жизни, и если девушка не замужем, то отец, видя это, может это сделать, вот, или там как бы муж. Вот, там, открыть служение в другой стране, там, да, вот, но при этом, что только одна сторона может выехать, другая не может, ну, в связи как бы с нашими обстоятельствами, вот. Если он идет вразрез совестью и волей другого человека, ну, если, допустим, это муж, да, то он вправе запретить. Ну, в противном случае это не приведет к благословению, а наоборот приведет к неблагословению, да, и будут страдать обе. Вот. Ну, может быть, только одна сторона, одной будет хорошо, не знаю. Хорошо, итак, смотрите, в завершении, что я хочу сказать, да, вот, в обещаниях, или, то есть в обетах, да, нет ничего плохого. Ну, кроме того, чтобы в их исполнениях. То есть, да, если мы обещаем, то мы должны их исполнить, об этом говорит Писание. Мы смотрим примеры Иакова, да, то есть Иаков, он положил, вот, Бытие, 28 глава, да, и положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною, сохранит меня в пути сем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, то из всего, что ты даруешь мне, написано, что я как бы отдам тебе десятину. Мы смотрим, есть история, да, об Анне, да, которая не имела детей, и она говорит, Боже, если ты дашь мне ребенка, я полностью посвящу его тебе, да, и родился пророк Самуил. То есть мы смотрим, что, ну, это вот, ну, это, в принципе, знаете, моя мама, она молилась за меня, когда у меня были очень сложные ситуации, и она говорит, что, Боже, если ты разрешишь какую-то ситуацию, вот разрешишь, да, в жизни сына, то я просто посвящаю его тебе. Она где-то вот была похожа, хотя она на то время, она как бы не была, скажем так, рожденная там, да, или оцерковленная, то есть, да, как все там православные верующие, вот. Но она как бы такой молитвой молилась. Ну и Господь ответил. Интересно, что я знаю одного пастора, который тоже молился этой молитвой, когда сыну поставили диагноз, неизлечимый диагноз, и он пришел к Господу и сказал, Боже, если ты исцелишь моего сына, я поеду туда, куда ты меня пошлешь. И Бог исцелил его сына, и он исполнил, сейчас он служит в Приднестровье, да, служит в Тирасполе, и Бог благословил его и так далее. Поэтому, смотрите, Писание важно, что важно вот в согласии. Важно, чтобы это делалось по согласию, а не в ущерб или укор совести, ну, по отношению к тому человеку, которому прилеплен или ответственен за тебя. Да, даже Писание говорит о разлуке ради поста, как бы, да, то есть, ну, тоже говорит, чтобы как-то вы все-таки договаривались, потому что это не совсем будет полезно. Вот. И также Бог, второй, обеспечил над каждым человеком соответствующую власть, как защиту и покров, да, жене глава муж, мужу глава Христос, земные власти, да, там, да, ну и над всеми нами Господь. И в завершении, знаете, обет для Господа – это серьезный шаг.
Но в этом нет ничего такого как бы плохого. Это очень как бы серьезный шаг и вызов. И я думаю, что по пустякам как бы обещать, ну, как бы не, ну, не стоит. Потому что, ну, за это можно, скажем так, чтобы не было вам плохо. Вот. Но если есть реально какая-то серьезная ситуация, нерешенная ситуация, да, и то, знаете, почему бы, действительно, как бы и не попробовать, да, то есть не сделать такой как бы шаг веры. Может, это и покажет вообще волю Божию в совершении ну, чего-то, да, то, что как бы, ну, не решается. Потому что, ну, многие были случаи, да, мы видим в Писании, я знаю, что есть и в жизни, как бы, да, вот, ну, в современном как бы христианском обществе вещи, которые Бог, Он разрешал, как бы, да, вот, ну, как бы таким путем. Ну, важно это исполнить, да. Вот, поэтому это очень важно. Также обещание Богу, оно не только связано с нерешенной ситуацией. То есть мы вот, если мы здесь сидим, то мы все решили идти за Господом. Да? Даже водное погружение, это тоже ты решаешь идти за Богом. Кстати, у нас на следующей неделе, в следующую субботу, шаббат, будет 7 человек принимать водное погружение. Поэтому мы будем радоваться, мы будем поздравлять их, и слава Богу, мы дошли до этого. Вот, поэтому пусть Господь вас благословит. Не играйтесь с обетами, да, то есть, ну, если по пустякам, если есть какие-то серьезные моменты, которые нерешаемые, вы можете действительно перед Богом, это ваша вера, это ваша ответственность, вот, но не расстраивайтесь, если вы не замужем, у вас есть отец, который может посмотреть о том, что, ну, сильно дочь моя просто замахнулась, может отменить, ну, в ваше личное пространство может вмешаться муж. Так что, ну, к сожалению, это бывает так. Но это к благословению. Знаете, иногда наши молитвы не всегда Бог отвечал. И потом ты думаешь, ну, слава Богу, что не на все молитвы Господь ответил, он отменил эти, да, там, или какие-то просьбы, или так далее. Поэтому это только для нашего благословения и блага. Пусть Господь вас благословит. Аминь.